Сегодня состоялась вторая сессия Государственного совета Чувашии 6-го созыва. Депутаты внесли в повестку дня около 30 вопросов. Большинство законопроектов, которые рассмотрели парламентарии, предусматривают внесение изменений в действующие законодательные акты. Один из таких – проект закона об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Для иностранцев, работающих по найму, для которых не требуется получение визы, будут установлены особенности исчисления налога на доходы физических лиц. Кроме того, депутаты утвердили изменения в закон о дорожном фонде. Новшество касается увеличения или уменьшения его размера в зависимости от разницы фактически поступивших и прогнозировавшихся поступлений. В первом и втором чтении принят закон о предоставлении субсидий из республиканского бюджета. Предыдущий порядок предоставления и расходования средств предполагается признать утратившим силу. Вместо него, в соответствии с требованиями бюджетного кодекса, разработан новый проект постановления Кабинета министров. Средства на поддержку молодых семей включаются в состав подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы». Депутаты также внесли изменения в состав некоторых комитетов Государственного совета.